Костанае сегодня экстренно эвакуировали жителей частного сектора, расположенного на берегу реки Тобол. Днем примерно в половине второго вспыхнул камыш. Разбушеваться пламени помог сильный ветер. На этих любительских кадрах видно, как огонь подступает вплотную к жилым домам. Люди тут же бросились спасать имущество. У меня сзади как раз стояла грузовая машина. Буквально я увидел, что пламя идет в нашу сторону. И буквально завел машину, только отъехал минут через... Где-то через минуту пламя уже было под забором. Пожару присвоили повышенный ранг опасности. На место незамедлительно отправили 9 единиц техники и 35 огнеборцев. Спасатели боролись со стихией около 3 часов. И в 16:28 пожар был потушен. Площадь возгорания составила 2 гектара. К счастью, обошлось без жертв. Имущество в целости и сохранности. С учетом того, что была сильная угроза распространение на жилые дома, так как усилился ветер, были приняты меры по эвакуации. Эвакуировано было 35 человек. Буквально через минут 15-20, как мы локализовали на этом участке, все жильцы были возвращены домой.